Вот смотри, вот здесь вот объехать, вот туда вот выехать на поселок на другой. И там мы сможем по прямой проехать, как раз осмотреть ту, в котором мы хотели сейчас. Сейчас пока максимально. Хватить? Максимально по дороге, которая проложена. Если я останусь, то потом машине тоже было понятно, куда можно поехать. Я понял. Маршрут построен. Спасибо, Оксана. Бинокль, не бинокль есть, если на, вот я вот каждый на возвышенность? Раз, да, выезжаю каждый раз на поле и понимаю, что очень нужен мне. Беспилотник? А? А, или бинокль? Бинокль, понимаю. Понимаешь, бинокль очень нужен. Пилот и есть. Кто вот это говорит, Оксана. Блять, красавица. Серьезно? Да. Ну, в интернете там большая просьба разработчикам. Покажите хоть фотографию, как она выглядит, с кем мы общаемся, когда едем в пробке, не в пробке, блять, еще куда-то. Красавица. Че, дунем? Открой рот, не закрывай. Все, если закрыть, может порвать. Перепонки. Маршрут построен. Дорогу туда, есть обратно. Если мы обратно поедем, мы сюда должны выйти. Все, как вопрос придет, вот, но вот тоже. Thank you.
дальше речушка должна быть. Если направо? Не, налево смотри, просто тропинка или просека. Спасибо.
замначальника ФСБ. Его семью возил, понимаете? И до сих пор я понимаю, что меня ему... Ну, он знал, где я, что я. Проходит вот этот случай. Просто неприятно. Потому что там с женой, блин, когда уезжаю, блин, в командировку, да, к примеру, да. Сам понимаешь, на расстоянии интим, все херня. Коробка, не коробка. Давай вылезу, посмотрим. Да нет, ну это все равно не наше. Это же не раздетый труп. Знаешь, какой нравится навигатор? Navitel. Ставишь режим пешехода. Все тропинки, которые есть со спутника, они фиксируются. И он тебе показывает. Ну там сложность в чем, что, блядь, карты надо закачивать. Так, ну в Яндекс тоже, в принципе, да? У меня Navitel тут есть. Я не знал, что он по тропинкам начинает ловить. Там режим велосипеда, пешехода. Тут налево должна быть еще дорога какая-то. Укатанная, да. Чуть дальше. А дальше там, я не знаю, или река, или оврал какой-то. Карьер? Ну, вроде того. Скорее карьер, потому что дорога для квадрика. Ну, дорога, где можно пройти босиком. Смотри, мы где-то от поселка, если по 500 метров он идет, мы где-то километра на 2 ушли. Ну, а может, здравствуйте, за 2 дня-то по дорожкам. Он бы запросто свалил. А что, рискую? Да, там есть дорожка. У меня есть ребенка. Сели? Да.
когда лебедка? Помочь? Нет. Ну что, если надо, давай помогу. Там для мешок просто надо накинуть. На дерево? Нет, значит, сначала она у меня гидравлическая, а она работает от движка. Mm-hmm. Масло качает. Ну, я понял. Что для мешок надо накинуть. Какого у тебя тут проводов? Это вообще хитрый хрень. Очень хитрая. Что, даже сам